Каждый год с приходом весны в Латвии начинают жечь старник. Несмотря на постоянные напоминания государственной пожарно-спасательной службы о том, что поджог сухой травы несет серьезную угрозу не только для представителей животного мира, но и для человека, в конце прошлой недели только в Даугавпилсе и его окрестностях было зарегистрировано более 20 таких пожаров. В прошлом году в Латвии зафиксировано 1379 случаев горения старника. Из 384 случаев, зарегистрированных в Латгалии, на долю Даугавпилса и края пришлось более 200 таких пожаров. За этот год в Латвии зарегистрировано уже 180 пожаров, причиной которых стал поджог сухой травы. Из 43 пожаров на территории Латгалии 30 произошло в Даугавпилсе и крае. С наступлением более теплой и сухой погоды поджоги старника набирают обороты. За прошедшие трое суток поступило 11 вызовов на пожары в городе и еще столько же в Даугавпилском крае. Самое крупное возгорание произошло на улице Блаумане, где выгорело 47 гектар. На его ликвидацию потребовалось почти 4 часа. Специалисты отмечают, что при горении травы наносится существенный ущерб природе и биологическому разнообразию. Такие пожары особенно опасны, так как в любой момент, особенно в ветреную погоду, огонь может стать неконтролируемым и испепелить не только прошлогоднюю траву, но и обширные территории, леса, дома, а иногда и унести человеческую жизнь. Впереди длинные праздничные выходные, когда многие отправятся на природу. Пожарные спасатели тем временем готовятся к работе в усиленном режиме. Жители призывают внимательно обращаться с огнем, чтобы разведенный костер или незатушенный как следует окурок не стал причиной разрушительного бедствия. ГПСС также напоминает, что пожог сухой травы – запрещенный, опасный и наказуемый поступок, за который предусмотрена административная ответственность до 700 евро. Собственники земельных участков также должны помнить, что они обязаны содержать свою территорию в порядке, в том числе осуществлять покос травы, чтобы не образовывался старник. За несоблюдение требований пожарной безопасности применимо предупреждение или денежный штраф для физических лиц до 280 евро, а для юридических лиц до 1400 евро. Полиция самоуправления включила в маршруты патрулирования территории потенциального возгорания пожаров и регулярно их обследует. В случае, если вы стали свидетелем пожара, незамедлительно звоните по телефону 112. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.